Всем добрый день. Сегодня 28 апреля 2022 года, и мы с нашими чихуашечками желаем вам всем доброго дня, прекрасного настроения. Домашний питомник Кастропула из города Симферополя. У нас отличная погода, мы будем гулять, болтать. Кому интересно, оставайтесь с нами и посмотрите, как живут наши чихуашечки. В домашнем питомнике Кастропула. Да, лавушка. Давайте я покажу вам, сколько у нас сегодня градусов. Вот в тенечке 22 градуса. Так, и вышли взрослые. Мы уже не утро. Утром мы уже гуляли много раз. Я не снимала, потому что у меня свои дела тоже бывают. Сейчас я выпущу малышей. Так, давайте... Это держи, кошечка. Кошечка вот такая милая собачка. Лежит, грызет вкусняшку на солнышке, загорает. Ну, во-первых, мы ждем, чтобы у нас было тепло здесь. Потому что с утра здесь не всегда, здесь нет солнышка и прохладно. А теперь солнышко, и мы выходим гулять, мои золотые. Так, вот так я отодвигаю перегородку, и они выходят. Все выходим. Давайте, мои солнышки золотые. На сегодня ветерок такой, правда, прохладный. И в тенечке так вот прям не жарко, но гулять можно. Мирабелька вышла. Теперь я это закрываю, чтобы тут поубираться. Вот они у нас тут наделали вон делов на пеленку. Молодцы. Покушали. Я здесь поубираю чуть позже. А вы пока гуляете, мои золотые. Смотрите, как щенки начинают гулять. Которые некоторые сразу, но обычно не сразу. Обычно все немножечко стесняются. Думают, ты моя девочка, Мирабелька. И кто тут гуляет у нас? Сладкие такие. Всем большой приветик передают наши ясельки. И кто же это? Это кто здесь такая веселая прибежала? Это наша мышка-матрешка. Феодося рада моя. Это девочка Золушка передает мамуле свои приветы сестренке. Ой, вот так вот заняли лежаночки. Все гуляют, хвостиками машут. Наши собачки вам всем дарят улыбку, потому что собачка улыбается не тогда, когда она поднимает брыльки и скалится, а когда она хвостиком машет. Это называется собачья улыбка. Посмотрите, сколько хвостиков. А кто этот Купидон хвостиком машет? А вот какая малышка на солнышко сразу легла. Матрёша мамочке улыбку с папочкой посылает. Смотрите, какой хвостик. А ты хочешь спрыгнуть, Золушка? Смотри, вот надо вот так пойти. Смотри, берешь вот сюда. Я показываю. Давай, смотри. Раз. А дальше. Ой. Давай, учись. Тут невысоко. Тут кажется, может, что высоко. Здесь невысоко. Фантазия с нами. Тут Анфиса, мамаш. Я оставляю с детками чаще всего, чтобы они их воспитывали. Это очень нужное дело. А кто хочет, того можем отправить. И так, кто там чешет уши? Это мутобор снимает наклеечки. Да, это у нас ухо погрызанное. Кто-то тебя грызанул уже за ухо. Да, они же дерутся, как же. А как же, это они тоже умеют. Так, это у нас ходит Мирончик, Мишутка. И это мальчишки, которые, кстати, свободны. Для продажи полностью привитый, чипированный. Посмотрите, как он красавец. Слушайте, я его вот прям все больше начинаю любить. Такой же он милый, такой же он сладкий. Такой милый становится, смотрите. И он такой покладистый, кстати. Он такой, я его когда зову, он такой подходит и спинку мне подставляет. А ты что, лег по... А вы знаете, он горячий камень. Камень горячий, он на него лег. Ты греешься? Ты такой сынок. Ой, какой мальчик. Сладкий мальчик в поисках папочек и мамочек. И вот этот красавчик Шакир. Тоже миник. Миниатюрнейший зайчонок. Так, мальчишек сегодня выпускала Леми и Купидона гулять за пределы. Чика, нет, сюда нельзя. Горюша ругается. Так, а где моя Минька? Это кто тут у нас? Мишута. Боже, Мишута вообще, он весь перецветает, такой интересный становится. Давай покажемся, давай. Мишута, тихо, не выкручивайся.
Не выкручивайся, да, покажи мордашку. Вот такой, я скажи. Он такой огненный. Но это шоколад. Это шоколад, ребята. Давай, давай, мои зятики сидят на солнышке. Кто здесь? Матрёша? Вот же мелкота. Хорошенькая. Ты хорошенькая мелкота. Так, дальше. Кто у нас здесь? Кто у нас? А где наша? Я что-то не вижу Миньку, Минерву, куда она делась. Это наш Архонт, моряк Архонт. А, вон она бежит. Чуп-чуп-чуп, чупа-чупсики мои. Чупа-чупсики мои. Так, ну вроде бы всех показала. Кто-то спрятался под поддон. А теперь давайте поболтаем. Значит, расскажу, где-то морячок еще наш. Дельфинчик, в смысле. Ага, вот это еще кого я сегодня не показала. Иди сюда, моя девчонка. Иди, убегает, убегает. Вот они, мои собаки. Они тут в домике спрятались. Да, это дельфинчик. Я не вижу, что я снимаю, ребята. Это дельфинчик, который предлагается. И где-то убежала Виолетка. Ну, в общем, все предложения можно посмотреть на всех моих страничках. Заходите. Там я сделала коллажик. Вот она, Виолетта. Виола, Виолетта, поймалась. Иди сюда, Чичундра. Чундра, Чичундра я называю. Я называю Чундра, Чичундра. Вот он. Ну, когда собаку так держишь, видите, она как выгибает мордашку вперед. Так. Все предложения можно посмотреть на моих страничках. Либо написать +7 978 745 80 62. Вайбер, WhatsApp, Telegram. ВК Екатерина Ковалева. Я вас ориентирую по цене. Стоимость щенков от 50 до 100 тысяч. Кроме мраморного гарика. Так, и что я еще хотела рассказать. Очень важные новости. Вчера от нас уехала Марфа Филипповна. Она живет в Крыму. Сразу отписались. И позвонили. И потом еще сегодня мы созванивались. И фоточки прислали. Обязательно сделаю коллажик музыкальный. И выставлю. Все прекрасно, все хорошо. Девочка обживается, кушает, писает, какает. Спала в лежаночке. Хорошая девочка, прекрасные владельцы. Очень рада и счастлива. И пожелаем нашей девочке, Марфушечке, крошечке, долгой и счастливой жизни. Пусть радует вас, Ларисочка, и вашего мужа. Долго-долго, предолго. Вот, шкодненькие. И... опять хочу повторить слова Ларисы и ее мужа. Какие они маленькие, как видео. Очень сильно увеличивают размерах. Не в два, а чуть ли не в три раза. И даже меня. Вот. Да, Шакир. Потом большой привет нам прилетел от Майбаха. Майбах, они очень владельцы довольны, рады. Мальчик, говорит, как будто так и жил у них. Очень умный, не гавкает, не шумный. В костюмчик одевается спокойно, знает, что идет гулять. Научился гулять на улице. Вот, сделали ему, перевели Майбаха на видотипичное питание, чему я безмерно рада. Это мясо сырое с овощами и костным. И пожелаем тоже здоровья, любви, радости, радуйте. Пусть радует вас Майбах долгие-долгие годы. Опа, упала лежаночка сверху. А это Мирабелка, Донь, смотри, мы с дочкой. Мирабелка вышла, же жарко, так спрячься. Давай, пытается. Она еще маленькая. У нее, кстати, завтра, по-моему, вакцинация. Надо посмотреть нас там по записи. Вот, розовый поросеночек такой. Значит, смотрите, что делает. Что тут делает наша... Ты сегодня звезда. Там побежала, тут погрызла. А потом большие приветики нам присылают постоянно от нашего Казановы. Спасибо большое за любовь к малышу. Восхищаются мальчиком, любят его очень. Говорит, ну это просто прелесть, радость жизни такая. Вот. Вот это наша Феодосия и Архонт. А собаки загорают. Солнце печет невероятно. На солнце, наверное, градусов 40. Очень прям, я вот уже вся тут загорела просто. Вот так вот. А ну давайте попробуем, я вот... Ну-ка, так, это что у нас? Вот подальше, сейчас получится съемочка чуть-чуть подальше. У меня, да, оно подальше получилось, сейчас мы еще... Это поближе, это вот я на единичке сниму, пятерочка. Давайте попробуем так, может быть, так будет больше видно. У меня просто еще тут новый телефон, я его изучаю, поэтому давайте попробуем так. Я предыдущий свой кокнула.
Да, махнула рукой и готова. Так, ну что, пойдемте погуляем с нашими взрослыми собачками. Посмотрим, что они делают. Что тут мои взрослые собачки делают? Нет, со мной выходить не нужно. Так, это наша Радужка, Ролечка. Малыши припеклись на солнышке. Это Алёша Калишер передает Светочке, своей мамочке, приветик. Это наш Ярик. Ярик. Так, что мы тут нашли, девочки? Это Артюша, Жаночка, Юлечка, Рошель. Все абсолютно на улице. А Чекуся где? И Чекуся с нами гуляет. Наша спаниелька. Вот она, вот она. Филечка, ты уже убежал с креслица? Так, а ну пойдем сюда. Давай сюда, бегом заходим. Чтобы их собрать, я вот так зову. И чтобы вас позвать. Они даже не хотят играть, видите? Ну, хорошо. Пусть спокойно погуляют. Пойдемте Сабинку посмотрим. Акса Берсен. Привет, моя девочка. Привет, моя девочка. Так, это наша Сабиночка. Привет. Поулыбайся всем подписчикам, хвостиком. Сабина. Сабинушка. Сабинушка, покажи нам свою улыбку. Сразу начинают малыши к ней приставать. Энечка. Жорик, ты любишь Сабину? Жорик, да. Это его девушка. Вот они наши. Царица. Это Божена. Что там начесываешь? Филиппок. Вот так-то. Живо валяется на спине, а каких-то находят червячков и падают на него. Он теперь лаванда решила за ней повторить. Видите, что делает? Вот так делает моя Этуаль, только, конечно, не на червячках, а на всем, что она может найти там в парке. И вчера мы гуляли с ней на поводке, потому что уже очень много дохлых валяется хомяков или ежиков, не знаю. В общем, она там в темноте находит, падает в них, и мы каждый день купаемся. А также хочу отметить, что появилось очень много клещей. Напомню, что мы находимся в Симферополь, Крым, Энечка. И в траве очень много клещей черненьких, этих опасных. Поэтому будьте внимательны, обрабатывайте своих собак вовремя. То, чем обрабатываем мы, я говорю, постоянно, это только ошейники Фореста. Больше ничего хорошего, подобного я в своей жизни не встречала. Капли. Можно пользоваться каплями, спреями, но, к сожалению, они все очень ужасно пахнут и действуют буквально неделю или две. Больше они просто не держатся. А по-хорошему нужно перед каждым выходом пшикать собаку, что невероятно токсично. И если я обшикаю всех своих собак, то мы тут задохнемся, ребята. Поэтому только ошейники Фореста. Вот он одет на Елисей. У нас во дворе нет ни блох, ни клещей. И поэтому я их одеваю частично, передеваю с друг на одного, на другого. Это по маленьким собачкам. Конечно, если собака идти куда-то, обязательно в ошейнике. Дома его можно снимать, но понимаете, да, если вы дома побыли в снятом ошейнике, то, конечно, собака не пропитана. Вообще хотя бы 2 дня нужно, 3 дня поносить ошейник, чтобы собака пропиталась, и потом день-два можно, в принципе, быть спокойным. Но в зависимости от количества клещей и сколько вы носите этот ошейник, понятное дело, если он уже старенький, и срок действия Фореста до 8 месяцев на баночке написано, на упаковке, мы носим год, и, ребята, он работает год. Вот у меня туальки буду сейчас менять, Сабине мы уже поменяли. Тем собакам, которые постоянно находятся, где есть трава, он должен быть постоянно одет. Вот. Таблетки, еще раз повторяю, категорически противник всех этих таблеток от блох и клещей и от глистов, которые даются. Есть такие, которые даются 1 раз в месяц, есть, которые даются раз в 3 месяца. Если вы хотите отравить и убить свою собаку, некоторые скажут, пользуйтесь. Некоторые скажут, мы пользуемся, нам нравится, и все очень хорошо собака переносит. Ну, ваша собака, во-первых, еще молодая, и все последствия можно будет увидеть, когда собака постареет, если она доживет до этого возраста. Поэтому это все химия, и ошейник это химия, но ошейник это хотя бы снаружи. А там понятно, что пропитываются все органы, и я думаю, что это перебор. И на моем опыте, я уже рассказывала, были случаи, когда у собаки обострялись хронические заболевания, кровотечения открывались, и даже молодой
огромный доберман годовалый, просто не мог встать на лапы 2 дня после употребления вот этих всех бровекта и тому подобное. Поэтому я ими не пользовалась и пользоваться никому не рекомендую из своих выпускников. А там сделайте эксперименты, конечно, сами. Вот так. Чем мне нравится Форест, он не имеет запаха совершенно, он правда защищает. То есть если даже клещ впивается, блох нет от слова совсем, их просто нет. Они просто высыхают. Клещ точно так же, он просто высыхает. И все жуют и жуют мои собаки. Так, ну мне кажется, что-то тут я сильно им показываю. Давайте поближе. Давайте теперь поближе, да, Артемида? Артюшенька, куколка ты моя. Еще раз хочу напомнить, что в нашем питомнике есть детки, которые предлагаются. Вот эта красавица Джоконда, девочка, продается за 60 тысяч рублей. Ей 4 месяца. Она полностью привита, чипирована. Иностранная вакцина, иностранным чипом, который действует по всему миру. Девочка около 2 килограммов, больше она не вырастет. Она продается для любви и обожания, не в разведении, имеет документы, клеймо. Отличный характер. Мы, Бажена, тебя снимаем или Джоконду? Бажена. Вот стала, понимаешь, сверху. Давай, попа, брысь. Брысь, попа, брысь. Да, ну вот понимаешь? Ну я же пришла снимать Джоконду. Бажена здесь как тут, тут как тут. Это наша Жасминка. Юляша что-то там захотела. Дети играют веревочками. Веселуха. Так, кто у нас там еще? Где мой Ярусик? Ну, Ярусик, красотусик. Скажи, я туда хочу, к деткам. К деткам я хочу. Пойдем, пойдем сейчас к деткам. Язик. Они, знаете, что у меня дочка вот сидит в коляске. Они играют в багажнике. У них здесь такая игра, вот такая сеточка внизу. Отделение для каких-то вещей. Они там вот под него залазят. Вон они там друг друга там кусают. Сасонька, тебе жарко? Филя, давай иди на Расшелечка. Наша старушечка Расшелечка. Наша радужка и наш веслоухий мальчуган, который ищет самую любящую мамочку и семью. Наша Язик Хаканчик. Раз. И под диванчик. Вот им нравится куда-то залазить. Им очень нравится. Да? Иди сюда. Иди, мой красивый. И ты за ним. Давай. Давай покажем, какой у нас есть красивый мальчик. Какой у нас есть красивый, ласковый зайчик. Да, вот такой. Скажи, меня зовут... Как скажи, меня зовут? Ярик Джур-Джур. Все пришли. Все. Положила Ярика. Всем сразу нужно. Почему взяли Ярика? И мне лижут руки. Давай покажем. Иди. Живо. Елисей. Давай. Покажу. Вот такой красавчик мальчик. Сейчас давайте мы его чуть уменьшим подальше, чтобы не казалось, что он на весь экран. Кстати, смотрите, вам теперь не кажется, что он стал меньше? Мальчик стандартного размера в поисках папочек и мамочек. Продается за 60 тысяч. Абсолютно здоров, красив. Приучен к пеленке, приучен к выгулу на улице. К горшочку пластиковому приучен. Правильно выращен, на правильном питании. Приучен кушать корм и сырое мясо с овощами. Грызет морковку, вкусняшки хорошего производства. Потом мальчик благородный, не психованный, не трусливый, не говкучий. Шикарный ребенок. Вот я его принесла, поймала, положила, и он будет лежать, сколько бы его ни гладили. Мальчик уже, ему 5 месяцев, просто садишь его на, пристегиваешь на поводочек и идешь гуляешь. Зубочки в смене там у нас смешные. Ушки у нас торчком, белокремового окраса, имеет документы на руках американского клуба АБКС. Папа его мраморный, наш Rolex. Вот такая красота. И лаванда тут как тут. Скажи, и про меня расскажите. Я тоже хорошая девочка, очень хорошая. Вот она. Ну, какие же вы лоскуши. Давайте животик покажем. Давайте. Вот такой. Вот еще раз показываю, рассказываю про пигментные пятнышки на животике, да, которые вот сейчас... Солнышко, и животик загорает, и выступают вот такие пятнышки. Это нормально, это появляется на всех белых полосочках, на светлых животиках у собачек. Так что у кого если появились, не пугайтесь, это никакая не болезнь. Это Елисей, садись, Елисей, да, посмотрим твой животик, знаете. У Елисейки тоже есть пятнышки, да, вот такой нос мой.
Вот на глазу у него шрам, потому что он был в бою, да. В бою. И Энечка — это дочка Елисея. Такая наша. Она родилась белая-белая. На ней не было ни единого пятнышка, и только в месяц у нее появились такие, как мокрые такие, как будто мокрые капли. А потом эти капли вот так рыжили. И вот такая вот, скажи, я красавица. А потом все говорят, что у нее один глаз больше другого. Нет, у нее абсолютно одинаковые глазки, просто один глазик окрашен пятнышком вокруг. У нее вся сторона здесь окрашена, а другой нет. Другой вот только крапушками. Ну что, что все хотят? Так, ну что? Что? На этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Елисей, давай всем передадим привет. Елисей. Елисей красотун. Ах ты мой зайчик. Ах ты мой мальчик. Царица. Так, вот еще наших два мальчишки. Это Мажорик и Космос. Космос. Серьезный парень. И у Космоса растут детки. И у Мажора растут детки. Филиппушечка. Пампушечка. И Чекуся с нами гуляет. Так, ну все, на этом я буду заканчивать это видео. Красавица, сейчас сниму нашу Рошельку. Она лежит. Лежит, такая в тенечек легла. Ты что-то тут грызешь? Это наша Рошелька всем передает привет. Умница моя. Умница и красавица. Всем любви, всем добра. Всего самого-самого наилучшего. До новых видео, до новых встреч. С любовью. Пусть все будет хорошо. Мирного неба всем над головой. Любви, улыбок. Красота спасет мир. Любовь спасет мир. Давайте будем друг друга очень-очень любить. Всем пока. Вот так растянулся. Тут, наверное, нагрелась. Ярик. Ярик красавчик. Бажена и Жасмин, дочь и мама.